матче вы говорили, что не совсем знаете, как будет играть Акмат. Удивил ли он сегодня вас чем-то? Потому что показалось, что Спартак не совсем готов к игре. Мы подразумевали, что встретились бы с подобной ситуацией. Мы знали, что они могли бы играть в защитников. В первом тайме мы вышли на поле без злости. Я думаю, это и сыграло большую разницу. Во-первых, Спартак уже который момент, который матч не может забить с игры. Вот в чем проблема. Всех голов со стандартов. И вопрос о состоянии Георгия Джики. Все происходит с ним. С Джики все хорошо, да. Возможно, у него в ногах еще нет 90 минут, но он вернулся после сложной травмы. Да, нам сложно забивать, но чаще всего это заслуга соперника.